Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. Документ уже передали на рассмотрение в парламент. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. В 2018 году планируется сократить бюджетный дефицит на 0,3%. процента. Темпы инфляции предполагают снизить на 4%. Также предусмотрено увеличить размер минимальной заработной платы до 143 долларов. Ранее сообщалось, что Кабмин заложил в госбюджет рост ВВП на уровне. Трех процентов. Мы закладываем в бюджет рост валового внутреннего продукта на 3%. Но мы можем даже превысить этот показатель, когда будем инвестировать и когда мы будем проводить более крупные систематические реформы, которые запланированы на сентябрь, октябрь, ноябрь этого года. Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион гривен. Как вы видите, динамика роста достаточно очевидна. То есть фактически рост предусматривает 15%. Но я еще раз подчеркиваю, что это не за счет поднятия... Налогов, а за счет роста национальной экономики.